приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы будем тестировать новинку из 14-го каталога компании Oriflame. Это тканевая маска серии Optimus для глубокого увлажнения кожи. Эта маска подходит для всех типов кожи, для всех возрастов, и меня она заинтересовала своим богатым составом. Масочка приходит отдельно, каждая в отдельном саше. В состав маски входит низкомолекулярная гиалуроновая кислота, масло семян голубики, и маску нужно носить на 15-20 минут, чтобы формула с ниацинамидом, витамином Е и жирными кислотами из масла семян голубики, также антиоксиданты из винограда, ухаживающий экстракт черной розы, белых цветов и низкомолекулярная гиалуроновая кислота успели поработать. Я достаю маску, и видно, насколько она пропитана вся. О, смотрите, сколько сыворотки. Масочка у нас освежающая, без аромата, ткань тенсил. Ну-ка, разворачиваю. Ух ты, ткань тоже вся биоразлагаемая. Смотрите, какая красота. И сейчас ее нужно перенести на кожу лица аккуратненько, без заломов. Итак, главная задача — распределить аккуратненько маску по лицу, чтобы она плотненько прилегала. Мне очень нравится, она такая тонкая, пластичная. Маска подойдет для всех, у кого есть какой-то дискомфорт, сухость, шелушение. Ой, носик. Не расправила нос. А нос тоже бывает, что шелушится. Видите, как она хорошо ложится. Так, носогубки прижимаем. И вот так прям разглаживайте, чтобы пузыречков не оставалось. Воздух весь выпускаем. Чем плотнее маска прилегает, тем лучше. Слушайте, в ней столько сыворотки живительной. Я, кстати, эту сыворотку потом вот сюда на руки мажу. И на шею тоже пусть работает. Шея тоже хочет питания. Все. И я с вами прощаюсь сейчас на 20 минут. Похожу в этой масочке. Она, кстати, так хорошо держится за счет того, что тоненькая и легкая. Она не отваливается, как вот бывают некоторые очень плотные маски. Они начинают как бы отваливаться. А здесь все шикарно. Так, вверх поднимем. Супер! Скоро вернусь и расскажу свои впечатления. Итак, 20 минут пролетели очень быстро, у меня такие приятные ощущения. И самое главное, забыла сказать, что перед нанесением любой маски нужно хорошо очистить кожу. И я использовала пенку для чувствительной кожи серии Novage. Она мне очень нравится, приятная, хорошо очищает. Итак, маска, как мы с вами уже поняли, это самый быстрый и эффективный способ привести кожу в порядок. А тканевые маски, они особенно нравятся таким лентяям, как я, потому что обычную маску надо сначала намазать, потом смывать, а эту маску мы просто накладываем на лицо и потом снимаем легким движением руки. Кстати, обратите внимание, что маска за 20 минут осталась такая же сытенькая, ну, конечно, уже не такая жирненькая, как была в начале, но тем не менее она очень увлажненная. О, какая кожа! Смотрите, вот эту всю сыворотку, ее смывать не нужно. Эту сыворотку мы вбиваем пальчиками и оставляем, чтобы она впиталась. А уже потом сверху наносим дневной крем. А если это ночь, если вы делаете маску на ночь, то наносите ночной. Но я думаю, что тканевые маски все в основном делают с утра, чтобы привести кожу в порядок, чтобы она стала сияющая, отдохнувшая, посвежевшая. И вот смотрите на мое лицо. Если вы видите через камеру, даже если вы видите эффект, напишите об этом в комментариях.
потому что мне интересно ваше мнение, а я пойду ближе рассматривать свою кожу в зеркало. Если видео полезное, ставьте лайк. С вами была новинка, которую я вам с удовольствием рекомендую из ее очень богатого состава и очень доступной цены. Optimals радует нас новинками. Я вам всем желаю красоты, позитива и отличного настроения. Пока-пока!